Друзья, всем привет! Мы с вами в Дарвиновском музее. Я Наталья Носова. Я отвечаю на ваши вопросы, а также рассказываю интересные факты о самых различных животных. Как хорошо вам знакомо, так и не очень. И сегодня мне хочется поговорить об одной совершенно удивительной группе глубоководных рыб. И называется эта группа, вернее сказать, подотряд «Глубоководные удильщики». А что это? Ой, мама. Почему глубоководные, понятно, потому что они обитают на большой глубине, ну, примерно от 1,5 до 3,5 тысяч метров. А удильщики свое имя они получили, поскольку у них есть очень необычное приспособление для охоты. Их спинной плавник трансформировался в очень своеобразное приспособление, которое называется удочкой. Ну, или по-научному илицей. На конце этой удочки есть утолщение. В этом утолщении находятся биолюминесцентные бактерии, поэтому кончик удочки светится в темноте. И это замечательная приманка для того, чтобы не остаться голодным и приманить к своей огромной пасти самую разнообразную рыбу, которая обитает на большой глубине. Охотятся удильщики следующим образом. Они широко раскрывают свою пасть. Пасть огромная, она снабжена большими, очень острыми зубами. И этой удочкой они начинают перед пастью водить туда-сюда. Эта удочка подвижна. А эска, то самое светящееся утолщение на конце удочки, она может иметь разную форму в зависимости от вида удильщиков. И ее видно издалека благодаря тому, что вообще кругом довольно темно, потому что мы с вами говорим о больших глубинах. И эта светящаяся приманка, она привлекает добычу. И, собственно говоря, удильщику после этого остается только пошире раскрыть пасть для того, чтобы свою добычу заглотить. Причем удильщики очень прожорливые, могут захватить добычу, которая значительно превосходит их размерами. Были случаи, когда обнаруживали глубоководных удильщиков, погибших от того, что они схватили добычу, которая в два раза превышает их размерами. Ну и строение зубов не позволяет, соответственно, эту добычу никаким образом выпрыгнуть или отрыгнуть, и, соответственно, они просто погибали. У большинства удильщиков удочка находится на голове, но есть виды удильщиков, у которых удочка находится в другом месте, она у них находится внутри пасти, и это тоже довольно удобно. Остается только открыть пасть, и вот этот светящийся орган, он соответственно, привлекает добычу. Так что, действительно, это очень необычные рыбы, но вот тот образ, о котором мы сегодня с вами говорим, да, вот это большое такое почти округлое тело, огромная пасть, удочка. Так выглядят только самки удильщиков. А самцы глубоководных удильщиков выглядят совсем иначе. Они карликовые, и они по своему размеру могут быть в 60 раз меньше, чем самка. Если самки у удильщиков достигают в длину до 1 метра, то максимальный размер самцов может быть около 4 сантиметров. Представьте, как такому маленькому самцу на большой глубине трудно найти себе подходящую подругу. Как же это можно было бы сделать? Для этого должны, наверное, хорошо быть развиты органы чувств. У некоторых видов, у самцов очень хорошо развито зрение. И благодаря тому, что у разных видов удильщиков эски имеют разную форму, они еще имеют разнообразные выросты кожные, поэтому довольно хорошо разные виды удильщиков по эскам, приманкам, друг от друга отличаются. Они еще и могут регулировать свечение эски. В зависимости от того, сужены артерии или расширены артерии в эске, может свечение либо усиливаться, либо наоборот затухать. И свечение происходит такими импульсами. И вот этот стиль свечения, его характер, он тоже у разных видов разный. Поэтому самцы могут по эске, по ее свечению, найти самку своего вида, которая им совершенно необходима. Но не всем повезло. У некоторых зрение развито не так хорошо, зато у них может быть прекрасно развито обоняние. И обоняние тоже помогает найти самку, поскольку самки испускают особые вещества, феромоны для привлечения самцов. А вот, например, самцам линофрин особенно повезло, потому что у них есть одновременно и прекрасно развитое обоняние, и прекрасно развитое зрение. И задача нахождения самки в пучине, такой мгле абсолютной, конечно, для них при этом значительно облегчается. Итак, самец карликовый. И жизнь его не очень-то проста. Самцы могут жить самостоятельно, но, как правило, достаточно непродолжительное время. Основная задача самца – как можно быстрее найти самку своего вида.
И когда ему это удается, что делает самец? Он вцепляется зубами в самку. Часто бывает, что он не просто вцепляется в нее зубами, а он прирастает к самке. Тут, правда, есть разные варианты. Самцы могут быть в разной степени привязаны к своей самке. Но привязаны здесь, я использую слово не в переносном, а в прямом смысле этого слова. Они могут лишь временно к ней прикрепиться на период размножения, ну а затем отправиться по своим делам. Но есть виды, у которых самцы не просто прикрепляются к самке ртом, они к ней прирастают. Сначала прирастают ртом, а потом их кровеносные системы соединяются, и самец становится, ну, таким вот придатком самки, который нужен исключительно для того, чтобы производить сперматозоиды. Причем на одной самке может быть до 8 самцов. Вот такая вот необычная очень система, и понятно, почему такое приспособление, такая адаптация возникла, потому что, конечно, в кромешной тьме на большой глубине, где представителей этого его вида мало, найти самку самцу очень и очень сложно. Поэтому, если уж ты ее нашел, хватай ее зубами и держись за нее как можно крепче. У самца при этом атрофируются практически все органы, у него атрофируется пищеварительная система, она ему больше не нужна. Ему, ну, практически никакие больше органы не нужны, он получает питание через кровеносную систему самки и в процессе размножения производит сперматозоиды, которые необходимы для оплодотворения. Оплодотворение у удильщиков, как правило, происходит на большой глубине. Самка выметывает несколько миллионов икринок. Далее из этих икринок вылупляются личинки, и эти личинки поднимаются в поверхностные воды, где-то на глубину от 30 до 200 метров. В этом месте они кормятся, поедая всякий мелкий зоопланктон. Ну и затем, когда происходит уже метаморфоз личинок, они опускаются на глубину. Ну а уже взрослые половозрелые удильщики живут уже на глубине от 1500 метров и ниже. Вот так вот необычно устроена семейная жизнь этих замечательных животных. Возник у ученых вопрос, как так происходит, что одно животное прирастает к другому, их кровеносная система соединяется, и при этом не возникает никакого иммунного ответа жесткого. Ведь мы знаем, что, например, такой ответ неизбежен при пересадке органов. И когда человеку пересаживают органы другого человека, то прежде чем это сделать, проверяют на совместимость, да, а здесь какой-то просто проплывавший мимо самки самец вцепляется в нее зубами и прирастает к ней насовсем, на всю жизнь. Вот, как такое может быть, почему не отторгается самкой этот вот самец? Ученые задались этим вопросом, и три версии у них возникло, почему такое может происходить, как такое вообще возможно. Первая версия – это то, что все животные одного вида, все удильщики глубоководные одного вида с точки зрения генетики очень близки друг к другу, поэтому не происходит отторжения. Вторая версия была в том, что у удильщиков очень хорошее обоняние, и они именно по запаху находят животное, которое генетически наиболее им близко, чтобы не было отторжений, и только после этого уже самец вцепляется в бок самки. Ну и третья версия была связана с тем, что, вероятно, есть какие-то особенности иммунной системы этих животных, которые приводят к тому, что самец, прицепившийся к самке и приросший к ней, не отторгается ее организмом. Они исследовали, секвенировали геномы 13 глубоководных удильщиков из, кстати говоря, 168 на сегодняшний день известных видов. Они взяли 4 вида, которые временно прикрепляются к самкам, 3 вида, которые вообще не прикрепляются, и 6 видов, которые прикрепляются и срастаются с самкой. И исследовали их гены, которые отвечают за иммунитет. И что же у них выяснилось? А выяснилось, что за такую вот любовь до гроба удильщики на самом деле поплатились своим иммунитетом. Особенно у тех удильщиков, которые срастаются, самцы и самки, у них оказалось, что не работают гены, которые отвечают за очень важные части иммунной системы. У нас есть врожденный иммунитет и приобретенный иммунитет. И вот у этих глубоководных удильщиков у них отсутствует приобретенный иммунитет. Даже те виды удильщиков, у которых временно самцы прикрепляются к самкам, отказались от части иммунных механизмов своей иммунной системы, основанной на использовании антител. У них не работает ген, который регулирует созревание антител в организме. У паразитических удильщиков
у которых самки и самцы срастаются между собой, помимо того, что у них не вырабатываются антитела, у них еще и отсутствуют гены, которые отвечают за рецепторы Т-лимфоцитов, то есть у них пострадал клеточный иммунитет. И если бы подобный диагноз был у человека, то у человека было бы такое состояние, которое называется тяжелый комбинированный иммунодефицит. И люди с таким диагнозом, они, как правило, не живут дольше года. Но между тем мы видим, что удильщики прекрасно себя вроде бы чувствуют на большой глубине, в не самых благоприятных, прямо скажем, условиях. Они вполне здоровые и плавают себе, все у них хорошо. Поэтому возникает вопрос, а как тогда вообще иммунная система этих животных справляется? Ведь на глубине света мало, а вот всяких патогенов вполне достаточно. И, конечно, организм животного должен быть каким-то образом от них защищен. По этому поводу еще точных исследований не проводилось. Ученые предполагают, что, по всей видимости, у них очень хорошо работает врожденный иммунитет, основанный на белках интерферонов. А вполне вероятно, существуют еще какие-то иммунные механизмы, о которых просто нам пока еще ничего не известно, и это еще нам предстоит узнать. Ну и напоследок вишенка на торте. У наших глубоководных удильщиков есть еще одно потрясающее свойство. По крайней мере, 16 видов имеют особенную кожу, которая обладает свойством практически не отражать свет. Их кожа сверхчерная. Они отражают всего-навсего не более 0,5% света, попадающего на кожу, с длиной волны около 480 нанометров. Это та длина волны, которая происходит при биолюминесценции тех животных, которые живут на таких больших глубинах. Есть среди глубоководных удильщиков один вид, который является абсолютным рекордсменом. Вообще сверхчерные покровы тела, они встречаются не только у удильщиков. Есть, например, сверхчерные участки тела у райских птиц. Есть у некоторых видов бабочек. Кстати, об этом рассказывал Игорь Фадеев в одном из своих видео. И мы обязательно разместим здесь ссылку на это видео. Обязательно его посмотрите, это очень интересно. Этот вид удильщиков, называется он анаэродес, он отражает всего-навсего 0,44% света, который на него попадает. Зачем удильщикам такая сверхспособность, наверное, понятно. Потому что, во-первых, это помогает им маскироваться, поскольку они не отражают света, хищникам их очень трудно заметить. Ну а кроме того, их не видит добыча. Вот. И оба этих случая очень важны для их жизни, и поэтому прекрасно помогают им выживать. Ну вот, кстати, для сравнения, черная бумага отражает около 10% света, представляете? А кожа удильщика всего 0,44%. Представьте, какая разница. И, конечно, это очень интересное свойство, которое изучают ученые и которое они в процессе могут использовать при производстве каких-то материалов, совершенно необходимых, например, в оптике. У большинства видов удильщиков вот эта вот сверхчерная кожа, она покрывает все тело. Но есть виды удильщиков, у которых сверхчерный цвет не по всему телу расположен, а расположен только в определенных местах. Так, например, есть такой вид, который называется циклотона. У него сверхчерная кожа расположена только в районе кишечника. Для чего это нужно? Эти рыбы питаются добычей, которую биолюминесцируют. И, соответственно, когда они ее проглатывают, в тот момент, когда они ее переваривают, вот эта сверхчерная кожа, закрывающая кишечник, она делает их незаметными для других каких-то хищников или для другой добычи, потому что биолюминесцирующие животные, которые находятся в кишечнике, через эту кожу не могут просвечиваться. Дайте свет! Ну что ж, друзья, пожалуй, на этом мы сегодня с вами закончим наш экскурс. Кстати, я хочу вам сказать, что скоро, в сентябре, 26 сентября, у нас откроется выставка, которая называется «Размер имеет значение». И на этой выставке, кстати, вы сможете увидеть самку глубоководного удильщика из наших фондов, а также много других совершенно потрясающих экспонатов. Приходите, мы всегда рады вас видеть. И всем хорошего дня. Пока. Слушай, а если ты говоришь, что это лампочка, это эволюционно разросшаяся лампочка? Да, это... Но как же он во рту тогда? А, это уже другое. Это другой вырост. Понимаете, это другое. И в том и в другом случае выполняется роль. Роль необходимая. Про то, но это уже... Появился.
понимаю. Это кожный вырос. Кожный вырос, в котором тоже есть такая же капсула слизи, в которой живут бактерии. Просто это получается конвергентная эволюция. Да. Да. Это просто удивительно. У одного вида одна и та же, один и тот же способ демарки через бактерии. Здесь много очень всего удивительного. На самом деле считается, что вот этот паразитизм самцов, половой паразитизм, как его еще называют, он возникал у удильщиков неоднократно. Какие-то ученые считают, что это происходило не менее 3 раз, кто-то считает, что не менее 5, а кто-то считает, что, вероятно, даже более 5 раз. То есть в разных, внутри подотряда, в разных семействах возникал паразитизм самцов.